26 июня для выпускников Гагарского района был организован бал. Он прошел на территории площади Аяйра. Предлагаем вашему вниманию сюжет, подготовленный студенткой 2 курса филологического факультета специальности журналистика Абхазского государственного университета Анны Амичевой в рамках ее учебной практики. В этом году общеобразовательные школы Гагарского района окончили 256 учащихся. В их честь был организован районный бал, который прошел на территории площади Аяйра. Перед началом праздничного мероприятия по традиции учителя и выпускники возложили цветы у памятника воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. После под бурные аплодисменты нарядно одетые выпускники прошли на концертную площадь. Отдельно чествовали тех, кто закончил школу на отлично. На официальной части церемонии им были вручены грамоты. Были отмечены те ученики, которые проявили себя хорошо на разных олимпиадах, учебных и спортивных соревнованиях. Выпускников поздравили представители администрации района, депутаты собрания, руководство и специалисты отдела образования, их первые учителя. Выпускники, в свою очередь, поблагодарили учителей, которые были с ними рядом на протяжении 11 лет. В ходе концертной программы музыкальные номера исполнили эстрадные певцы Абхазии и творческие коллективы района. Школьные годы остаются позади. Также и сданы школьные экзамены. Аттестаты о среднем общем образовании у них на руках. Впереди выпускников ждут вступительные экзамены и насыщенная интересными событиями взрослая жизнь. Вместе с выпускниками радуются их родители. Концерт был завершен праздничным салютом.